и указывает, сколь важным для компании является этот слоган. Вынося его в заглавие мероприятия, Apple подчеркнул: речь пойдет об очень важном. Как и предполагалось, это важное – компьютеры на собственном Apple-овском чипе – ARM-архитектуры. Теперь все устройства Apple, и телефоны, и планшеты, и компьютеры будут работать на одной электронной базе. И софт тоже можно в значительной степени унифицировать. За всю историю рынка ПК такого контроля и над аппаратной, и над программной частью никто добиться не мог. Хотя бы потому, что долгие годы процессоры для персоналок делал фактически только Intel. Или AMD, но тоже на Intel-овской архитектуре. Но чем дальше, тем меньше была разница между поколениями Intel-овских чипов. Достижения гиганты начали потихоньку блекнуть по сравнению с продуктами фабрик, которые пекут процессоры для мобильных, а это как раз ARM-архитектура. А Apple-овцы, которые сами стали конструировать айфоновские процессоры 10 лет назад, научились делать их так хорошо, что мобильные версии по скорости в тестах сравнивались с ноутбучными. И вот теперь у Apple есть и первый чип для компьютеров – M1. Точнее, даже система на чипе, опять же, как в мобильных. Там и центральные процессоры, и график, и ускоритель нейросетей, и память. За счет упаковки на одном кристалле и самого передового процесса производства с шагом в 5 нанометров Apple обещает прямо какие-то чудеса. То есть обычно интеловские чипы быстрее, но больше греются и потребляют энергии. ARM тоже быстро, но скорее экономично. Но первый ноут на ARM, MacBook Air, одновременно и быстрее, и дольше работает, чем предыдущая Intel-версия. Air никогда не был образцом мощной машины, но тут рост мощности в 3,5 раза. Графика быстрее в 5, и работает все это от батарейки 18 часов, причем без вентиляторов охлаждения. Вторая модель на ARM – это Mac Mini, который тоже рекламируют как в 3 раза более мощный. Вообще, когда этим летом Apple-овцы объявляли о том, что начинают двухлетнюю программу перехода на свои процессоры, все думали, что начнут с легких офисных ноутбуков типа Air. Печатная машинка и браузер – много ли там нужно вычислительной мощности? Но, похоже, Apple-овцы так уверены в своем силиконе, что они вставили его в MacBook Pro 13-дюймовый. А эта модель всегда позиционировалась как инструмент профессионалов, в том числе и для тяжелых задач, обработка видео, огромные фото, звук. То есть решение смелое, тем более, что время работы MacBook Pro от батареи обещают в 20 часов. На Mac'ах с новым чипом будут работать и программы, написанные для интеловских версий. В новой операционке для этого есть специальные инструменты. Непонятно только, насколько хорошо и гладко все это будет функционировать. Очевидно, что для максимальной производительности нужно софт перекомпилировать под новый процесс. Пока что, кроме Apple-овских собственных программ, говорили о новых версиях ПО для обработки фото – Lightroom и Pixelmator. Причем последний задействует еще и нейросопроцессор. Возможно, он часть секрета быстродействия новых машин. В 2021 году обещают оптимизированную версию Photoshop. В принципе, именно недостаток оптимизированных программ губил прежние попытки сделать ПК на экономичной, долгоживущей ARM-архитектуре. Именно поэтому провалилась первая попытка Microsoft сделать свой трансформер Surface. Ровно та же причина обрекла на забвение совместный проект того же Microsoft и Qualcomm – Always Connected PC – всегда подключенные компьютеры. Идея там была сделать ПК не только на мобильном железе, но еще и с сотовым интернетом – симкой. У Apple больше рычагов для того, чтобы решить эту проблему. Хотя бы потому, что аппаратное объединение экосистемы Mac'ов с мобильной дает возможность запускать на компьютерах бесконечное множество приложений из App Store, если, конечно, разработчики озаботятся тем, чтобы программы эти могли управляться с клавиатуры. Многие вообще ожидали, что на первых ARM Mac'ах сделают сенсорный экран, но этого почему-то не случилось. Как бы то ни было, Apple раздал столько обещаний этой презентации, что и рынок, и медиа с некоторым нетерпением и недоверием ожидают знакомств с устройствами в реальности, хотя в сети уже появились первые результаты теста Geekbench, в котором не самый вроде мощный MacBook Air бьет показатели дорогих Pro-моделей прошлого года. Может быть, именно эти показатели позволили Apple-овцам закончить свой анонс шпилькой в адрес производителей ноутбуков на Windows. Ролик с актером Джоном Ходжманом, который в знаменитой рекламной кампании I'm a Mac, I'm a PC был как раз мистером PC. К чему весь этот прогресс? Батарея держит дольше? Да поставьте ноут на зарядку. Компьютер стал быстрее, так и я, PC, все так же быстро. Ладно, моя батарея села. Пойду заряжусь.
Ну и на этой неделе в продажу поступили продукты из второго предыдущего анонса яблочников. Самый маленький iPhone 12 mini и самый большой Pro Max. Я пользуюсь лопатофонами уже больше 5 лет, поэтому вот он, мой размерчик. Но он стал еще больше по сравнению с прошлым поколением, 6,7 дюйма, так что управлять телефоном одной рукой, ну не то чтобы невозможно, но затруднительно. 12-е поколение очень красивое, в первую очередь из-за строгих граней и рамок, но придется, похоже, носить его в чехле. Страшно уронить дорогущий гаджет, как бы ни рекламировали новое защитное стекло с керамическим щитом Ceramic Shield. Так вот, чехлы. В них теперь есть вот такие кружки. Это не декор, это не элемент оформления. Это магнитные кольца, в том числе для того, чтобы аксессуар или чехол удерживался на телефоне. Причем телефон понимает, когда на него такую штуку надевает, и, соответственно, реагирует вот таким образом. Но держатся они, ну, не так, чтобы уж очень прочно. Например, вот такой накладной кошелечек,